Шайтанын дьяволы искусителя подлинно, он вам явный враг.
А если споткнетесь вы, вдруг последуйте за ним, с праведного пути сойдете, пойдете за шайтаном, после того, как вам пришли явные знамения от Всевышнего Аллаха, подлинно Аллах, могуч и мудр. А гарка, то на что ты ему такая бергаешь? Крал надо возвися. Шайтан ва иер ты гадися. Осыпа, а что ты ж могла тропта? Абана. Шайтан ва иер ты гадися сызга. А что ты могла дәлелле аятлары килгәннән соңга? Белеп тұрыс Аллах тәлә. Һәр кешендә куәт, кудрәт иясе, ғиззәт иясе, хикмәт иясе. В прошлом году в Рамазане в Стамбуле конференция именно под девизом этого аята была проведена. Половина сунниты, половина шииты. Весь исламский мир встрепенулся. Недавно только в Иране тоже под сенью этого аята конференция была проведена. Потому что уже от имени ислама, а от имени мусульман, и мусульманина вовсю убивают, не только других. Говорят, что строят исламские государства, начинают первые с разрушения церквей, возбуждение вражды и ненависти. Эль-Валявина Аманадхулю Фессильна Кефа. О, уверовавшие, иман Дитергендер, войдите в мир сообщать. Говорит Аллах. Сильный арабский мир. Некоторые муфасири говорят, «Удхулю фи сильми, удхулю фи ислам». Войдите в ислам, сообща. Никакой разницы нет. Никакого противопоставления нет. Кто сказал, что ислам – это не мир? Как может быть, чтобы ислам выступал за войну? Потому что ислам – ас-заманюскиму принял ислам. На самом деле означает «сдался в плен». Кому? Только Богу. Создателю. Поэтому мы и рабы Божьи. А раб Божий самый слабый человек. А жизнь в этом мире, который лучше, может, молодежь еще в чем-то сомневается, спросите у матерей и отцов, у бабушек и дедушек. Мир лучше или война? Перед Великой Отечественной войной с 1928 года по 40-й год по нашей стране было разрушено 14,5 тысяч мечетей только по нашему управлению, кроме Кавказа, кроме Средней Азии. А если их считать, больше 20 тысяч. Только по нашему управлению было репрессировано, расстреляно и сослано более 60 тысяч алимов, имамов, хазратов. Десятки и десятки тысяч церквей и храмов других конфессий. Но с первых дней войны не объявившись ни на государство, ни на партию, все взялись за оружие, чтобы отстоять отчизну. В мечетях, в церквях, в храмах собирались пожертвования. Сколько храмов-то тогда осталось? Около 150. По нашему управлению, на Кавказе, может, 50-100, в Средней Азии.
И на них покупали танки, самолеты. Почему? Потому что Родина – это гораздо выше и гораздо ценнее. Это место, где Всевышний привел тебя в этот мир. Вот оно, очевидно. А пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: «Хаббан ватани минал иман». Некоторые говорят, этот хадис зараф, слабый. Конечно, если вера слабая, будет считать слабой. Кто ты без Родины? Великое поле? Удхуну фисиль микафа. Войдите в мир. Покорность Всевышнему сообща, и не следуйте по стопам шайтана. Подлинно он вам явный враг, говорит Аллах Субхану ва Тааля. Поэтому быть мусульманином, вообще верующим человеком, жить в этом мире по Божьим законам. Ведь каждый храм, в первую очередь мечеть и Каабатулла, это частиц рая. Джаннатын бир кисяки. Приходим сюда, отрываемся от всех мирских забот хотя бы на полчаса, на час, и хотя бы здесь, по-божески, хотим провести время и жизнь, часть его. На самом деле, здесь мы слышим аят. Хадисы пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, и через них учимся жить по-божески. Что такое божественный миропорядок? Как могут мечети и храмы Божии выполнять эту миссию, если не будет мира? Совершенно наглядно видно. Даже на примере Украины. Даже люди одной веры, когда убивают друг друга. Рушатся не только дома, заводы и фабрики, но и храмы. Несомненно, вера означает мир и смирение перед волей Всевышнего. Жизнь по божественному установлению или хотя бы стремление к нему. Эти значения подтверждает аят. Несколько аятов, которые есть перед этим аятом. «Вамин аннаси ман йоджику кертавлюху фил хаяти дунья». وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ عَلَى الْخِصَامِ. Из людей есть такие слова, которых удивляют тебя. И он еще свидетельствует, берет свидетель выше, дает то, что будет твоим храмом, а он сам не обезусловно, сам он не ловит. И всегда будет стоять, и покорить, и покорить, и покорить. А если чуточку отвернулся, он же старается на земле, чтобы дать бесчестие и уничтожить и посевы, и людей. А Всевышний Аллах не любит бесчестие на земле. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ. И если ему будет сказано: побойся же Бога, Аллах дам курфакуй, побойся Создателя, не твори это бесчестие на земле, أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ. Гордыня его возьмет в этом грехе. Он не может от нее отвратиться. Он уже гордится грехом, а не тем, что он человек, и то, что он тварь, создание Всевышнего. Фахасбуху джаханнам.
И хватит ему ада, говорит Всевышнего. Вот обидца мехат. И как скверно это место, куда человек возвращается. Навечно. У меня нас и мои яшки на все губки два амардати ля, и Аллаху рауфу милу ибад. Я и валяди на амана духуду фи сильми кафа, валя таттаби ухуду ати шайтан, инна гуляком марагу гумуи. Людей. Есть такие, которые продают душу свою. И вдева на тебя. Желаю довольства Всевышнего. Аллаху рабуфу мин ребят. А Создатель его, Аллах Субхану ва Тааля, он милостив к созданию своим, рабам своим. Посмотрите, какие слова. Из людей есть те, которые продают душу свою ради кому? Создателю, кто купит еще? Кто степеняет, полагает? В Коране говорится, «Инна лаштара минен мубинина амфусан ва амвалан энна лакум альджанна». Всевышний Аллах купил уверовавших души их и состояние их за рай, в оплату рай. Разве это торг? Как? Вот, на заводе производишь холодильник или машины. Ты хозяин этого завода. И сам же покупаешь эту машину сам у себя. Может быть так? Кто о нем что скажет? Очень много слов можно сказать. Или можно даже не сказать, а вот так только покрутить. И кануться. Сам у себя покупаешь. Этим Всевышний Аллах говорит о своей безмерной милости к созданиям своим. Я вам вас создал, вам мир дал и пропитание, и жизнь. Пропитание чуть-чуть шевельнуться надо, хотя бы ложкой, если лопаты не можешь, или плугом. Посеять, а потом жать, потом варить, жарить, или хотя бы даже готовые, и то все равно чуточку потрудиться надо. Или когда ребенка кормишь с ложки, все равно чуточку пожевать глотать нужно. А когда каждую минуту, каждую секунду воздух нужен, и его вполне предостаточно Всевышний приготовил. Во всем бескрайнем космосе нашу землю Всевышний опытал. Небесами, которые не видны. Мы и крышу делаем, потом над крыльцом козырек делаем, потом, чтобы машину поставить, потом до места работы мы крышу поставили, чтобы и снег не шел, и дождь не шел. А Всевышний Аллах ведь земной шар атмосферы опутал так, что не только дождь и снег, даже метеориты, мелкота, когда проходят, полностью сжираются и на земле очень редко заходят. Не милости это Всевышнего. И раз он создатель всего, кто кроме него должен установить закон? Это правило общежития. И сидят твои, или внуки. Играют, шалят, ругаются. А потом уже за палки, за скалки, за кирпичи хватаются, какой отец или какая мать
может безучастно на это смотреть и наблюдать. И когда говорится о конце света, о кияме, когда он будет, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил, кияме не будет, конца света не будет, пока на земле есть хотя бы один, кто уверовал во Всевышнего. Когда уже только безбилетники, когда только хапатели остаются, вердну, что Всевышний Аллах един. Поэтому состояние войны неестественно для человека. Аллах Субхану ва Тааля установил такой порядок. Вот ухулев из семьи кяффа. Войдите в мир сообща. Живите со смирением перед волей Всевышнего. Валькадара хайрихи ва шарихи мин Аллахи Тааля. В вере нашей, в символе веры. И хорошее, и плохое, все от Всевышнего. Еще до того, как вся Вселенная, весь мир был создан, все установлено на Всевышнем. Думать все, что мы перевернем, все мы устроим, все будет по-нашему. Это не позиция верующего человека. Удлу раббакум тадарру'ан ва хуфья. Иннаху ля юхиббуль муфсидин. Просите, обращайтесь ко Всевышнему, Господу вашему, Создателю, Раббу Хиск Аллаха. Ялварывайся, обращайтесь к Нему со смирением и страхом, говорит Всевышний Аллах. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил, даже чтобы завязать шнурки на ботинках, просите помощи от Аллаха. Во всех делах обращаться к Нему. وَلَا تُفْسِدُ فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا. И не творите на земле бесчестия после ее благоустройства. Кем? Джинны, что ли, устроили этот мир? Они, что ли, эти поля, эти леса, эти реки, эти озера? До появления человека на земле. После благоустройства ее Всевышний. Какие бы города, какие бы изумительные дома и жилища небоскребы человек не строил, но ему радостнее всего и приятнее всего на лоне природы. В лесу, около речки, в горах, в поле, где и птички чирикают, и бабочки летают. Самые тончайшие наслаждения испытывает человек там, где он в первозданном виде видит творение Всевышнего. Вадуоху хауфам ватамара. И молите Всевышнего со страхом и надеждой. Инна рахмат Аллахи карибум минат мухсини. Подлинно. Милость Всевышнего, она очень близка от добродетельной, говорит Аллах. Мухсин – тот, кто каждую минуту, секунду своей жизни помнит, что Создатель Бог, Аллах, видит его. Хотя мы и не видим. Но мы должны видеть его творение. Если мы же и этого не видим, только в виде пирога или колбасы, создание Всевышнего и себе. А пока он тебе на стол этот хлеб придет, даже если ты за него заплатил, сколько труда, сколько сердца вложено в это, и взрастить, и муку сделать, и испечь, и на стол тебе принести. Родители твои, отец и мать. А когда вокруг все, что создано, видим,
не только глазами, мельком, бездумно, но сердцем мы не должны переставать удивляться могуществу и милости Всевышнего. Поэтому ислам против бесчинства, бесчестия на земле, против войны, она только в защиту отчизны, веры, семьи, Родины. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, даже в словах не допускал слова «война». Приходили к нему сподвижники: «Как тебя зовут?» «Хар? Война?» «Нет, не пойдет это имя. Салям будет твое имя, или Абдус-Салям». Ведь одно из величайших имен Всевышнего тоже «Ас-Салям», дающий мир. После каждого намаза, завершая ее, намаз – это миарач, вознесение на небеса, молитва наша. Когда ее завершаем, какими словами? «Ас-Саляму алейкум ва рахматуллах», «Ас-Саляму алейкум ва рахматуллах». И в это время мир и милость Всевышнего вам, тому ангелу, который у тебя с правой стороны, тому, кто молится с тобой с правой стороны, и всем, люди, животные, растения, все, которые у тебя справа, им тоже салям. От меня вреда никакого никогда не будет. И налево тоже. Ас-саляму алейкум ва рахматуллах. И ангелу, и тем, кто молится вместе с тобой с правой стороны, и тем, кто не пришли, или даже не знает, что ты молишься, в сердце должно быть намерение творить только мир. А мир тоже творится. И очень даже нелегко его сотворить. Просто для этого не причинять вреда, лишнее слово даже, чтобы не выскользнуло и твоего рта. После этого молитвы поднимаем руки и говорим: «Аллахумма антас-салям, ва минкас-салям, табарака ва та'алейта я дж-джалали ва икрам, ва Всевышний Аллах». Мы желаем мира и направо, и налево. И первое слово, когда встречаемся на улице, в мечети, утром с родителями, с братьями, с сестрами, с родными, первое слово – «Ас-саляму алейкум ва рахматуллах». Мир вашему дому. Мир вам и милости Всевышнего. Если бы дороже слово было, им бы начинали. О Всевышний Аллах, «Ас-салям». Мир имя Твое. «Ва минкас-салям» – и от Тебя только может быть мир. Удостой нас мира, чтобы мы могли его творить. «Табарака ва та'алейта я дж-джалали ва икрам» – благословенен Ты и высок, о обладатель силы и могущества. Так мы обращаемся ко Всевышнему. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, очень много говорил сподвижникам о признаках конца света. Многие из них мы уже усматриваем в нашей действительности. Простейший. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил: «Будете говорить со всем миром, взявши в руки свои тапочки». Первые телефоны такие были. С лапоть величиной и со всем миром говорил.
придешь домой, истинный дом твой будет тебе говорить, кто приходил, кто уходил, что хотел. Видеозаписи. И тогда шайтан, не только вы его в друзья возьмете, говорит пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, он примет участие, у него будет доля в ваших детях и внуках. Я Расулуллах, как? Если со своей супругой платишь жизнь и исполняешь супружеский долг, не вспомнил о Боге, не произнес бисмилля, шайтан вместе там с тобой ложится, и ты ее муж, и он ее муж, говорит пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, шайтан. Иблис. Первые ночи после никаха со спиртным, с разгулом. Я Расулуллах, откуда узнаем, что в детях наших есть доля Иблиса, что он тоже им полуотец? Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям говорит, они будут вас презирать и не будут вас слушаться. Даже если собака тебя не слушается, зачем она нужна? Какая польза кормить, чтобы она переводила только руку? У них и на навоз не идет. А если дети не продолжают, и внуки традиции своих предков, не сохраняют веру, обычаи и традиции, связь поколений прерывается, зачем этот мир? Поэтому сохранение мира, любовь к отчизне, противостояние злостным силам, которые пытаются разжечь между народами, противостояние и свой неходовой товар оружия по всему миру продавать и на этом наживаться. Это священный долг каждого верующего человека. И вообще человека. Мы в России, да и во всем мире, подавляющее большинство людей, сострадаем тем, кто сегодня находится в условиях войны. И вот прошлую ночь, когда руководитель нашей страны Владимир Владимирович Путин и президент Украины, глава Франции, Германии, целую ночь, более 16 часов провели в этих переговорах, все люди, подавляющее большинство, искренне молились о благословенном завершении. И здесь начали понимать, как дошло до того, что Париж, где наша конница горцевала, Берлин, откуда дошли наши деды, сегодня уже примеряет тех, которые столетиями жили в одном едином государстве. Поэтому сохранять мир и спокойствие, взаимное уважение – это наш священный. Пусть Всевышний Аллах, как говорится в Священном Коране, даже в семье госсурх ухает. Мир и спокойствие – наилучшее, что есть даже между мужем и женой, между родителями и детьми, с соседями в селе, в городе, в государстве. Так и мир во всем мире. Это не пустые слова. Без мира, ни нормальной молитвы, ни нормального поста быть не может. Мир и спокойствие
Allah'ın barışımızı nasip eylesin. Umillerimizde, ailelerimizde, avu şehirlerimizde, Palestine'de de, Irak'ta da, Suriye'de de, Ukrayna'da da, bütün yerde Allah Rabbine bize tanıştık bile, 60-70 yıl ömrünü özü kuşkan çayıp bu gereken, özüne yararlı bulup yaşarken Allah Rabbine bize dünya hayat sarayetleri mübarek nasip eylesin. فقل قولي هذا واستغفر الله ولكم ولسائر جماعة المسلمين إنه هو الغفور الرحيم قال الكريم السميع الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد بعدد من صلى وصام وبعدد من قعد وقام اللهم صل وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى أهل طاعتك أجمعين اللهم ربنا اغفر لوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين واهد من خذل الدين عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله اكبر